Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев считает, что людей, использующих российские кричалки на футбольных матчах, нужно наказывать при помощи силы. Считаю, что больше нельзя такое терпеть. Надо применить все возможные административные и уголовные меры, вычислить тех, кто такое делает, и публично наказать. Чтобы остальным было неповадно, мы пытаемся воспитать болельщиков. Несколько лет принято много законодательных мер: отлучения от посещения футбола, штрафы, аресты, исправительные работы. Но не понимают некоторые люди, я уже не знаю, какие должны быть меры. Бить, скажут, что слишком жестоко, но как иначе, к сожалению, болельщики подставляют не только себя, но и страну, РФС. При этом все прекрасно понимают, что завтра ФИФА откроет дело, а послезавтра Англия закричит, что после российских выкриков пора объявить и спортивный бойкот. Надо думать головой, прежде чем что-то делаешь, если, конечно, она у кого-то еще осталась, цитирует Лебедева, Спорт-экспресс. Во время товарищеского матча Россия-Франция российским оскорблениям подверглись Усман Дембеле и Поль Погба. Лебедев, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, самый спортивный телеграм.